«Фрост» – сеть пекарен по всему Приднестровью. Столичную сегодня посетила комиссия конкурса «Приднестровское качество». Оценили производство и ассортимент. Тут самое полезное. Чиабатта с использованием подсолнечного масла, оливкового масла. Далее у нас идет багет сельский с использованием пшеничной закваски, он бездрожжевой. Дальше луковый хлебушек. Далее также у нас очень знаменитый наш хлеб балтийский, он на ржаной закваске, без применения дрожжей. Также у нас есть еще солодовый хлебушек с семенами подсолнуха. «Биофрост» печет молдавские вертуты и французские круассаны. Технологии оригинальные, эталон качества и вкуса. Оборудование французское. Помог льготный кредит от фонда госрезерва. Печь современная, четырехъярусная. А выпекает по-домашнему, на камнях. Такие же теперь во всех филиалах «Биофроста» по Приднестровью. Все устанавливали технологи из Франции и Италии. Хлеб, булочки, вертуты. Есть в магазинах. Гарант, Прага, куриное царство. На прилавках все свежее. После выпекания хлеба, хлеб наш проходит шоковую заморозку при минус 35 до минус 50 градусов в течение 50 минут, что позволяет сохранять свежесть, качество. По многочисленным просьбам наших покупателей мы вышли на рынок с замороженными полуфабрикатами в индивидуальной упаковке. В любое время вынуть из морозильной камеры, положить в печь, и через полчаса у вас горячий продукт, вы можете радовать своих любимых любое время суток. Хлеб, круассаны, вертуты и лапша домашняя. Готовую выпечку и полуфабрикаты замораживают. И не просто. Это шоковая заморозка. Так все остается ароматным и пышным. В чем плюсы? Когда хлеб только из печи медленно остывает, в нем активно размножаются вредные микроорганизмы. Такого точно не будет при быстром охлаждении. Полуфабрикаты в специальной упаковке. Тут написано, как размораживать и готовить. Хозяйки сэкономят время. Компания «Биофрост» участвует 4-й раз в конкурсе. Радует потребителей своим разнообразным ассортиментом, вкусным ассортиментом. На производстве полный порядок, красота, запах непередаваемый. Производство работает на высоком уровне. Также с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии заключен договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований. Замечаний не было выявлено. Комиссия оценила весь цикл производства и качество всего самого вкусного. Тут же приготовили полуфабрикаты на пробу. «Биофрост» развивается. Еще несколько лет назад начинали с небольшой пекарни в Тирасполе. Тут работали всего 3 специалистов. Сегодня 18. В планах расширять производство. На предприятии проводят и мастер-классы для школьников, студентов-кулинаров. А еще сюда заглядывают туристы. На «Биофросте» проводят экскурсии и обязательно угощают.